Сейчас ей только 39, и она успела в этой жизни все. Стать заслуженной артисткой России, принять православие, побывать невесткой Валентины Матвиенко, родить двоих детей, дважды развестись и даже получить медаль участника военной операции в Сирии. Ведь наша героиня выступает на огневых точках под звуки взрывающихся снарядов, раздает вещи беженцам в лагерях и входит в состав попечительского совета благотворительного фонда. Как сложилась непростая личная жизнь певицы Зары? Она родилась в Ленинграде в семье курдов с именем Зарифам Гаян. С детства любила петь и уже в 12 лет на одном из конкурсов познакомилась с музыкантом Олегом Квашой. Именно он сделал из юной девчонки узнаваемую певицу. А вот личная жизнь нашей героини не сложилась. В 21 год Зара вышла замуж за сына Валентина Матвиенко. В тот момент свекровь занимала пост губернатора Санкт-Петербурга. Это был страстный роман. Сергей дарил огромные букеты после каждого концерта и быстро добился расположения певицы. Зара даже приняла ради него православие, но семейная жизнь оказалась не сладкой. Молодой человек старше нашей героини на 10 лет и, естественно, хотел детей и семью. Но Зара жаждала петь, а не сидеть дома и варить борщи. Через полтора года супруги развелись, так и не найдя общего языка. А вскоре наша героиня встретила новую любовь. В день 25-летия певицы Зары состоялась ее роскошная свадьба на Рублевке, а новоиспеченный муж подарил любимой супруге Мазерати и вороного коня. Но счастье никогда не бывает долгим. Сергей Иванов, прежде чем жениться на известной певице, развелся с женой и оставил двоих детей. Эту судьбу в скором будущем повторила и Зара. Ходили даже слухи, что артистка встречается с депутатом Государственной Думы Леонидом Слуцким, и именно благодаря ему Зара получила почетное звание «Заслуженная артистка России». Но ни чиновник, ни певица эту информацию не подтвердили. Сейчас Зарифам Гаян много работает, занимается благотворительностью и свободное время проводит с детьми. Старшему Даниилу уже 12, а Максиму только 10. А как вы считаете, певица Зара достойна звания «Народная артистка России»?